этот раз лечу уральскими авиалиниями. И что нам дали на обед? Это очень интересно. Смотрим. Вот так вот картонная упаковочка. Что у нас тут? Что у нас тут есть хорошего? Миниатюрный кексик. Да? Может быть, пряник даже скорее. Здесь что-то какой-то сыр с колбаской. Что-то такое можно съесть, да. Набор. Ну и какая-то булка. И все. Больше ничего нет. А, ну еще забыл самое главное сказать. Вот еще есть. Думали, что не дадут. Везде писали, что не будет. Оказывается, дали. Вот. Что, оказывается, дали. И это мы должны заснять и задокументировать все. Да. Что дали тут? Тут типа вроде что-то как мясо с рисом. Типа такое. Ну, то есть скромненько, но в принципе есть можно. Тут рис с рыбой. С рыбой. И еще рис с котлетой. Рис с котлетой. Вот. Так что, в принципе, уральские авиалинии, в принципе, ну, наесться можно при желании. Если очень сильно не привередничать, то будет, в принципе, вполне комфортно. Спасибо за внимание.